Когда ты открываешь 50 бутылок в день. Так я и говорю, что очень пальцы попасть. Роксан, давай пробуй, как наша самая главная по винам, по тарелочкам. Уже шестой разлить. Я не знаю, мне нравится. Ну как? Мне нравится. Кстати, да? Очень яркий, очень яркий. Да, давайте, поздравляйте меня. Да, букет. Ну, кстати, букет просто восхитительный. Три розы такого зеленоватого оттенка. Ничего себе. Ну, ты сейчас все равно красиво. Очень красивый. Мне безумно нравится это украшение. Так, сейчас ты свалишь. Нет, я остановлюсь. А Лисочка выгуливает брошечку моего, так сказать, производства. Да. А, кстати, знаете, что брошки – это тренд этого сезона. Мы любят везде, где только можно. Прошу заметить, когда я тебе говорила, я прямо шестым чувством почувствовала, что это будет сделать брошку. Я пока сделала только три, но видео о брошках я уже готовлю в рамках проекта «Тренды сезона». Да, вот так вот. Небольшая драка вокруг приготовления вставления букета. Это было завершение основной драки того, чтобы тебе Машенька подарить на день рождения. Мы так и сяк думали. Ну, думаем, все-таки, знаешь, понятно, что каждый из нас занимается каким-то конкретным делом, любит его, знает хорошо уже к нашему возрасту. И, соответственно, все остальное уже... Поэтому... Какой важный конверт. Важный конверт. Прямо сургучный печать. Ничего себе. Не мало. Вот. Не знаю, доведет ли тебе вот этот текст. Говоря, мы решили тебя немножко вынуть из Ютуба, из бусиков, вот, и подарить тебе сертификат в книжный магазин. Наконец-то. Не только творила, да? Ну и, может быть, это... Образовалась, наконец. Знаешь, мы тебя из большого искусства хотим вернуть в большую литературу. Ну, спасибо, да. Я очень люблю конверты. Особенно с книгами, с книжными, так сказать. Это прямо, знаешь, как какое-нибудь это послание Елизаветы. Так и было замыслено. Да, да. Беллы. Она сама должна открыть это все, взорвать или как? Или объяснить? Он просто удалил на жизнь. Не знаю, говори. Дальше мы сценарий не продумали, как следует. Разрываем. Ну, вот как ты хочешь, чтобы тебе объяснили, что это, как этим... Ну, что объясните, или я хочу... рвать на глазах у подруг. Ну, хорошо, если вы будете... Конечно. Мы, правда, не конечно. Правда, мы только умеем снимать. Так, ну, видишь, да? Ну, мне прям жалко это. Ну, а ты аккуратненько. Так, вот, прямо. Меркантильное кино. Маринка поглощена процессом и даже не знает, чем все это сейчас закончится. Такой, что? Там ничего? Они меня обманули. Ну, конечно, понимаешь. Я требую книгу. Так нет, ну понимаешь, мы же знаем тебя много лет. Мы подумали, что если мы тебе на самом деле подарим сертификат в книжный магазин, ты повесишься сразу, как только выйдешь из ресторана. Вот. Поэтому мы, собственно говоря, это шутка. Теперь следующий подарок. Алиса, доставай. Ну, давай, теперь уже. Вот смотри. Ух ты! Вот это совершенно уже другая вещь. Значит, тема такая. Бантик больше всего тебе понравился, правда? Да бантик вообще, можно брошку замутить. Вот. Мы тоже дрались. Я говорила, что бантик не нужен, я хотела лаконично вот так вот, просто вот такой получить. А я тебе отстояла бантик. Отстояла бантик. Вот, теперь что это такое? Значит, мы решили, что, ну опять же, понимаешь, хочется как-то вырвать человека из повседневности же. А, чем вырвать? Новым впечатлением. Каким впечатлением? Каким? Открывать? Или лучше дома? Ты понимаешь, ну, все равно рано или поздно ты же узнаешь, что это так. Да. Это сертификат на прыжок с парашютом.
Ты увидишь мир по-новому. Так, я выключаю камеру. Нет, они меня опять обманули, вы представляете, я открываю этот конверт, он, конечно, обалденный, но он опять же пустой. Прыжок спрашивает. Ну, мы тебе сейчас подарили новое впечатление. Да, это была наша цель. Это была цель. Так, я включаю камеру. Блин, ну, это вот такой гламурятинка такая некоторая. Вот, мы решили, что все-таки мы предоставим тебе саму возможность выбрать себе подарок, как ты это любишь делать. Обычно до следующего дня рождения не выберемся сделать это вместе с тобой. Вот. Ну, это, конечно же, сама понимаешь. Вот. Поэтому мне пришлось придумать всю эту историю с сертификатами, чтобы, да ладно, чтобы это после этого, придумала. Чтобы после этого, наконец, уже вручить тебе. Спасибо, да. Дорогие, спасибо. Так, ну что, я пошла целоваться. Прыжок с парашюта произвел сильный. Так, ну я не знаю, что там снимется. Подружки мои. Прыжок с парашюта, это было сильно. Да, это круто. Так, нам принесли какие-то шарики, а внутри рыба, да? Ну, это для начала. А потом основные вы нам принесете одновременно, да, блюда? Угу. Это кесадилья. О, а это что такое? Я думала, она такая круглая будет. А это что такое? А, это мидии. Вау, класс. Очень вкусный шарик. Да. Супер. Шарик-то был неплохо, кстати. Булочки, кесадилья. О, мидии, это я обожаю. Да, вот эти штуки, это к морискаде. Сейчас она будет через пару. Маринка. Прикольно, что мы вот сам. Ой, они горяченькие. Сейчас я оставлю. А это вы сами делаете? Булочки нет. Сказать все. Кесадилья. Ай. Так, ну да. Супер. Так, а куда поставить? Сняшка. Пострес здесь есть в виде сигары кубинской. То есть ты ешь это пострес, как будто куришь кубинскую сигару. Наверное, там как картошка, это типа. Это не пострес, это десерт. Так пострес по-испански это десерт. Встречи друг мой.
Спасибо.